мы снова носимся по делам с утра и опять проезжали мимо центрального рынка. И я хочу сегодня маме взять малинки, взять черешни, И у нас клубнику мы съели, а остальные ягоды еще есть. И мамочки. Не устаю любоваться здесь вот этими каштанами в центре. Ну, невероятно. Богатый рынок, утро. В тот раз мы были, бог знает когда. В общем, маме тоже тут взяла. Знаете, какие абрикосы. Вася, сколько абрикосы? Абрикосы сколько стоили? Там 5 или 6 евро. Черешни взяла маме по 12. Черешенку. И еще что-то такое, малинку. Вот, клубнику она не хочет. И еще я кое-что хочу ей здесь взять сегодня. Клубники просто прямо, знаете, такие выложены, как полями. Полями. И смотрите, что у меня есть. Муж подарил мне тут же букетики ландышей. И мы маме взяли тоже букетики ландышей. И вот эти вот кубышки. Эти кубышки обожала моя бабушка. И они здесь на рынке продаются. Кубышки, тут два букета. Один букетик 2,50, а ландыши один букетик 4. Здесь их 6 штук. Маленькие очень, по 4. И мы и нас ноги принесли. Евнея, это муж все. Это все он. Чебуреки и опять беляши. Вы в прошлый раз говорили, чего я не сняла киоск. Здесь, во-первых, все сладкое. Вот. А находится это все так. Ну, вид такой, сами знаете, а вкусно. Очень. Вот. И здесь делают беляши вот в киоске. Все, все, все. У мужа все стойко. Мони, не мони. Тебе. Мне. Я не люблю сладкие. Не любишь? И вообще у нас завтрак здесь сейчас будет. Вы просили снять киоск вот с этими самыми беляшами. Смотри, какой пончик. Пончик. Муж увидел пончик. 70 центов. Беляш 2 евро. Чебуреки. Давай здесь возьмем. Подожди. Картошка по рублю, по евро. Чебурек 1, а там беляши. С вареньем евро 20, с яблоком евро, с творогом евро 20, с капустой евро. Все, то будете опять говорить, что я не сняла. Вот. С картошкой евро. Чебуреки, чебуреки. Запомните это лицо. Посмотрите у мужа на эту сетку. Полную беляшей, пончиков, пирожков. Еще чебуреки. 3 евро чебурек. Бываем здесь редко. Бываем здесь редко, поэтому оторваться надо по полной. А что-то мы в последнее время часто. А чебурек, который без мяса, там сыр, то или все, тогда он 2,50. А так 3 евро штука. Сетка неподъемная. Все в пирогах. Муж все хочет здесь где-то примоститься, здесь сидеть, кофе пить и кушать. Но вот как-то не очень накрыто. Все потащил. Улов. А у меня фруктов вот целая сетки. Тяжелые тоже эти фрукты, когда их много. И еще в одно кафе мы зашли вот здесь, в Таллине, прямо напротив Каубумая. Вот здесь продаются такие изумительные пирожки, такие вот чисто вот эстонские, как раньше, под старинным вот этим эстонским рецептом, слоеное тесто с мясом, с капустой, в рюмочках вот здесь салаты. И я хочу маме взять отсюда. Нам-то с рынка, дай боже, полно. Смотрите, какие бутербродики с килькой эстонские, 2,50. С красной рыбкой 2,80. Вот эти в рюмочках салаты с тунцом, с картошкой по 3,80. Здесь есть завтраки. Можно кашу съесть за 3,50 с маслом или с вареньем. Омлет за 6. Омлет с лососем 7. И бекон. Жареные яйца на беконе 6 евро. Вот и всевозможные. Здесь, конечно, пирожные, понятно. И вот эти пирожки. Именно вот эти с мясом, с капустой, это я маме возьму. И самое, что еще знаменитое, это пирожок с килькой, килю пирукас. Наконец-то я их вижу, их очень давно я не видела, их не было.
не достать было. И вот они, знаменитые эстонские пирожки с килькой. Мы дома. И только сейчас до меня дошло, что я, кажется, даже сегодня с вами не здоровалась. Начали мы с центра, простите. В общем, тереомикуст. Здравствуйте, все мои солнышки, друзья мои, по ту сторону экрана. Всем вам привет из Сталина. Очухалась, полролика стала здороваться. Лучше поздно, чем никогда. Да-да-да. В общем, мы... Что может быть лучше? Скажите мне, что может быть лучше ландышей майкелюкесет на эстонском? Что может быть лучше желтеньких куллер купут? Я их подарила маме, эти самые ландыши, и эти куллер купут отдала ей. Значит, купила ей фруктов, черешни хорошие, абрикосов. Абрикосов взяли себе, поэтому я покажу. Не все могу показать, потому что у мамы уже все. Вот. Черешни взяла, малины взяла ей и абрикосов. Вот. И вот эти всяких пирожков из кафе «Энергия». Эстонские традиционные пирожки еще в мое время, когда я была девочкой, и в то время, когда моя мама вот была молоденькая, здесь в Таллине жила. Вот это пирожки тех времен с той рецептурой, все как надо. У меня очень чайник шумит, потому что мы приехали, очень хочется кофе. И с вами хочется поговорить, и уже муж говорит, кофе, кофе ставь. Вот, так что сейчас сетка с беляшами такая, но это муж, я не знаю, но это просто. Вот, а я вам покажу, значит, вот эти вот знаменитые пирожки с килькой, килю пирукас. Я сама очень давно их не видела. Я спрашивала у разных продавцов кафе в старом городе, что вот нет ли этих пирожков с килькой традиционных эстонских. Не бутербродов, а именно пирожков, килю, да. Вот, и, а везде молоденькие продавщицы, везде девочки такие молодые, и они даже не знают и не понимают, о чем я спрашиваю. И тут вдруг в этом, значит, энергия кофе стоят такие дамы плюс эстоночки, они меня поняли. Я там устроила, знаете, фонтан-шоу. Говорю, боже мой, они, да, все, я очень хотела вам показать их. В детстве я-то ела, для меня это не да. А я вам хотела показать, все никак, все на пальцах пыталась объяснить, что пирожок с килькой, все никак. И вдруг я их тут, и мама моя их очень ностальгировала по ним, что вот как раньше было. В общем, я взяла комплект пирожков и с капустой, и с мясом, и с вот с килечкой. И крестюши, конечно, сладкие, и маме такой комплект. Вот, ну и сетка с беляшами. Так, все, смотрим на пирожки. Ой, а первые попались не пирожки, а фрукты. Муж подарил мне такие букетики. А это он для Кристины. Для Кристины. Завтра они идут в поход со школы. Сейчас она приедет. Вот папа хочет подарить доченьке своей тоже. Всем ландыши сегодня. Значит, абрикосы. Ну, все мы знаем, что абрикосы очень полезны для сердца. И на удивление, они очень мягкие и вкусные. 5 или 6 евро килограмм, что ли? Вот. Нам я не брала ни малины, ни черники, потому что у нас этого пока очень много. А вот у мамы как раз не было малины. То есть, но у нее была клубника и черника, поэтому ей клубнику не брала, себе брала. Идут у нас эти ягоды очень хорошо, съедаются. И вот такая клубника. Клубника 4,50 вроде была. Есть, конечно, дешевле, но я смотрю, чтобы вот она была сладкая, вкусная. Прошлый раз вот этот, который мы на рынке брали, она была идеальная, поэтому я взяла в том же месте, знаете, чтобы... Ой, пахнет как! Это просто невероятно! Как это пахнет все! Ой, вкусно, хорошо. Так, да, пирожки, все. Все. Начала за здравие, да, закончила за упокой. Сейчас пирожки вам покажу. Это круассаны с миндальным кремом для Кристины. А вот эти самые легендарные. Да, я не побоюсь этого слова.
легендарные пирожки. Я сама их не видела, не знаю, с детства, наверное, не видела их. О, смотрите. Вот они, пирожки с килькой. Эстонский пирожок с килькой. Слоеное тесто. Яйцо вареное я вижу там. И вот килечка. Видите, да? Они как вот эти, как Москва сай, как московская булочка такой формы. Слоеное тесто. Изумительное слоеное тесто. Филе килечки, там яйцо. И не одна половинка, как бы половинка. Четвертинки, две четвертинки я вижу. Представляете, как это вкусно? Вы даже себе представить не можете. Ну, может быть, кто-то вспомнит. Может быть, пробовал кто-то когда-то. Но это просто идеально. Идеально. Как же я по ним соскучилась. Не то, что соскучилась, я даже не помню. В детстве мама говорит, ела-ела, я ничего не помню. Я их не видела лет цать. Вот. Вот, и здесь, ну, обычный, да, но вот очень здесь тесто хорошее. Это с капустой и с мясом. Ну, у нас тут комплект. Комплектами. Вот так. Я не знаю, что может быть вкуснее. Посмотрите, как, какое это слоеное тесто, как оно здесь все прям поднялось. Но это идеально, идеально. Вот это вот традиционное эстонское, то, что надо. Не одно название где-то там, а вот прям тесто супер. И все, что... Короче, мне без слов. Без слов. Это наш с вами сегодня вот такая закупочка. Будем теперь кофе пить сейчас. Боже мой. Ну, а у мужа здесь все. Беляши. Пончики ему с сахарной пудрой там. Сказал он, давайте, давайте. Чебуреки, ой, боже, чебуреки по 3 евро, беляши по 2 евро. Да, они такие же вкусные, как вы спрашиваете, как раньше на рынке. Я как-то что-то не помню, что я там покупала. Но, во всяком случае, за время брака, когда мы там были с мужем, вот он точно всегда знает эти места с пирожками, беляшами, он покупает. Я как-то не это. Кристине горячую булочку с творогом, а завтра не идут в поход как раз с собой. И здесь у мужа какие-то с вареньем, с яблоком. Вот это, извините, я уже даже и потерялась. И с корицей. И с корицей. Боже, сколько у нас пирогов. Ну, теперь, представляете, что будет теперь с количеством нашего молока? Тогда муж сейчас это все сметет. Ни молока не будет, ни пирогов. Ай, боже мой. Все, ставлю кофе. Сейчас вот чему-нибудь здесь по чебуреку с кофе. А я буду пирожок с килькой. Маме, надеюсь, тоже понравятся эти пирожки с килькой. Потом она напишет, расскажет, как ей там понравилось. Сегодня еще встретили подписчицу, зрительницу нашу встретили из солнечной Болгарии. Она пока здесь, в Эстонии. Какая приятная женщина, молодая, красивая, такая приятная очень. Большой вам привет, знаю, что вы нас смотрите. И фотографии у нас с вами на память. В общем, очень приятно. Очень приятно, что спасибо, что подходите, что узнаете, что подходите. Всего вам хорошего, всем спасибо, очень мне приятно. Так, а теперь мы с вами ставим чайник. Весь день что-то куда-то туда, сюда, туда. Все, кофе пьем и будем болтать. Ну, а пирожок с килькой я попробую вместе с вами. Пробуем с вами пирожки с килькой. Солененький, яйца и, по-моему, жареный лук. Вкусно невероятно. Даже чем-то напоминает, знаете, бутербродик с килечкой. Только здесь еще в слоеном тесте все. Потрясающе совершенно. Не вспоминаю даже этот вкус по детству. Это ж сколько я такое не ела. Берите кружечки.
тарелочкам. Садитесь со мной. Очень вкусно. Невероятно. А сейчас буду греть мужу чебурек. Чебурек, беляш. Кофе мужа заварен, стоит. Все. Теперь буду мужа кормить. И нам надо поболтать. Об очень много. Кристина только пришла уже со школы. Рано отпускаю, конец учебного года. Она тоже сейчас захочет какую-то булочку. В общем, у нас будет. Нет, не семейный совет, но семейное кофе, чай пить. Вот так.